Для того, чтобы установить приложение на коммуникатор, работающий под управлением Windows Mobile, синхронизируйте устройство с настольным компьютером и запустите программу ActiveSync для Windows XP, либо центр устройств Windows Mobile для Windows Vista. Если устанавливаемое приложение появляется в виде исполняемого .exe файла, то запустите установочный файл на настольном компьютере и следуйте подсказкам мастера. На экране появится сообщение о том, что приложение было скопировано в память устройства и необходимо закончить процедуру установки. Дальнейшие действия будут происходить непосредственно на мобильном устройстве. Если устанавливаемое приложение появляется в виде CAB-архива, то проводить установку необходимо непосредственно из памяти коммуникатора. Для этого на мобильном устройстве зайдите в меню «Пуск» программы и запустите проводник. Выберите и запустите устанавливаемое приложение. Начнется процесс установки, в ходе которого вас попросят выбрать желаемое место установки. Это может быть внутренняя память, либо карта памяти. Обратите внимание, что некоторые приложения требуют обязательной установки в память коммуникатора. Выбрав желаемое место, нажмите «Установить». После завершения установки ярлык приложения будет помещен в меню «Пуск программы». Для того, чтобы удалить установленное приложение, зайдите в меню «Пуск», «Настройки», перейдите на вкладку «Система» и выберите пункт «Удаление программ». Выберите из списка «Удаляемое приложение» и нажмите «Удалить». Подтвердите удаление нажатием на кнопку «Да».